Выездные бригады детских узких специалистов приезжают в амбулаторию поселка Развилка один раз в месяц. График составлен на год. Население всегда информирует о точной дате приема врачей. Попасть можно, записавшись к педиатру. Педиатр уже посмотрит либо по показаниям, да, у человека есть какие-то проблемы, либо ребенок подходит под профосмотры по возрасту. В составе мобильной бригады хирург, ортопед, невролог, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики. Специалист УЗИ для маленьких деток, которым нужны скрининговые обследования. Вот, разных возрастов от месяца до 6 лет и старше. Светлана пришла на прием со своей 8-месячной дочкой. Ребенку необходимо сделать УЗИ и пройти плановое обследование у невролога. Молодая мама очень довольна организацией таких медосмотров. И особенно тем, что качественную медицинскую помощь можно получить в шаговой доступности. Мы даже не записывались. Мы сказали педиатру, что нам нужно пройти двух врачей. Она у нас сразу записала. Стоит отметить, что выездные медосмотры пока ведут только детские врачи. Прием взрослого населения временно приостановлен. В связи с тем, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки специалисты задействованы в работе с ковид-положительными пациентами в Видновской больнице. Ежедневно увеличивается, было то 1000-1300, сейчас в настоящее время уже 1600. А детские мобильные бригады для, значит, осмотров, проведения профилактических осмотров детского населения мы оставили. В Развилковской амбулатории в день приезда детских специалистов продолжается и прием взрослого населения. Его переносят на вторую половину дня. Следующая выездная бригада детских врачей приедет в Развилку 30 декабря. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.